Привет, ребята, меня зовут Кривошеина Елена, где нужны ники обычно Келени. Я что-то в таком драном виде, извините, ну в мокром большей частью, потому что, я не знаю, сейчас увидите ли вы, да, видно, я нахожусь на такой верхотуре, до этой верхотуры надо еще долезть. Это, ребята, Усинские столбы, это Пермский край, город Усьва, от него пешком 5-7 километров, не знаю сколько точно. Ну и вы попадете в эту красоту. Давайте я вам сейчас ее покажу. Так, сейчас подождите, мы развернемся, разворачиваемся. Вот это было за мной. И сейчас я прямо пройдусь и покажу в окружную, да? То есть, вот как это вам показать, откуда я пришла-то? Вот если вы сейчас в центре экрана видите такую залысинку, да, вот прямо в центре, видите там? Это полпути, то есть еще дальше, там уже будет сам город Усьва. Пешком есть тропа, ну, достаточно проходимая, хотя в некоторых местах там, знаете, такие прямо и камни есть, и корни очень большие есть. Ну, в принципе, проходимая, то есть прямо какой-то спортивной подготовки не требуется. Сейчас давайте еще с другой стороны вам покажу красотищу. Вот здесь тоже так же красиво. Идти, конечно, долго. Я не знаю, теоретически вот по этой гряде, я так думаю, что вот Усинские столбы, не знаю, как правильно, вот они тянутся, вот эта горная гряда. Я думаю, она и считается вот так поярче, да? Вот там впереди есть скала, отошедшая немного в сторону, это чертов палец. К нему тоже все ходят. Ну, все не все, но ходят, как одна из достопримечательностей. Интересно же, скала отошла в сторону, да? Вот здесь такая вот высь-высь. Не знаю, как вам показать, что это реально высь-высь. Это реально высь-высь. Внизу вон маленькая пристань. И можно обратно идти не пешком, а, например, уехать на лодочке. Лодочка стоит 500 рублей. Я даже прямо в колебаниях, плыть мне или пешочком топать. И пешком красиво, видите, я бы прогулялась. Но опять плыть экзотика. Но опять с другой стороны я с собакой. То есть я не знаю, как она у меня поплывет. Никогда она у меня на лодочках не плавала. Ну, в общем, как-то так. Вот. Так что я думаю, что если вы здесь будете, ну, где-то в этом регионе, то все-таки заедьте. Это интересно. Это любопытно. Место красивое, да, за мной давайте. Даже я красивее стала на его фоне, правда? Ладно, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Я путешествую. Пока-пока. Так-то я еду во Владивосток, но я что-то очень медленно еду, не знаю, когда я приеду туда.